Компания Google готовится к запуску новых смартфонов. На этой неделе компания анонсировала смартфон Google Pixel 4a, а также подтвердила разработку Pixel 5, Pixel 4a версии 5G. Эти два смартфона должны быть выпущены 8 октября. Случайно они опубликовали дату анонса в блоге Google France. В ходе мероприятия ожидается выход новой ТВ-приставки и умной колонки. Новый смартфон будет улучшенной версией и получит защиту от влаги и пыли, быструю проводную зарядку и поддержку 5G сетей. Компания также объявила, что флагманы Pixel 4 и Pixel 4 XL больше заводом не выпускаются. А я напомню, что с момента анонса прошло всего 9 месяцев. Это значит, что предыдущая ошибка действительно подтвердила дату анонса новых смартфонов. Тем не менее, Pixel 4 и 4 XL будут обновляться программно до 2022 года. Ну и, конечно же, остатки в других магазинах вы можете приобрести. Следующая утечка также подтверждает 4 неанонсированных смартфона Google. Мы знаем, что компания дает кодовые имена смартфонам без цифр. Модели Barbette, Raven, Oriol и Passport уже сертифицированы китайским регулятором. Предполагается, что Barbette – это Pixel 5a. Oriol и Passport – это, вероятно, новые смартфоны линейки Pixel 6. А вот последняя модель упоминается как складное устройство. Неясно, зачем Google с небольшим модельным рядом выпускать гибкий смартфон. Вероятно, он может выглядеть, конечно, так. Больше ни одного фото прототипа я не нашел. Да и не факт, что эта модель действительно будет новым гибким пикселем.